Всем привет, вы смотрите Аскроллер. Сегодня я расскажу вам, как избавиться от проблемы развязывающихся шнурков. Как бы сильно я их не завязывал на своих агрессивных роликах USD Sway Team 2, все равно через минуту они развязываются. Сейчас я покажу вам идеальный способ, как этого избежать. Начинается все как обычный бантик, но дальше немного по-другому. В общем, смотрите, все и так понятно. С таким узлом ваши шнурки никогда не развяжутся.